Студотрядовское движение возродилось и сегодня активно работает. В этом году удалось трудоустроить более 1500 учащихся и студентов. Торжественное закрытие тому подтверждение. Главные гости мероприятия – это юноши и девушки, которые провели летние каникулы с пользой не только для себя, но и для родного города и страны. Студотрядовское движение – это прежде всего трудоустройство молодежи в свободное время. Летом молодежь имеет возможность с пользой провести время и заработать денег, тем самым уменьшить нагрузку на родителей и их плечи. В этом году более 1000 молодежи трудоустроено, которые из города Бреста, которые работали как на территории Бреста области, так и за ее пределами. С каждым годом цифра увеличивается, актуальность есть, поэтому будем работать. Студотрядовское движение – одно из популярных направлений общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Все лето трудились строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные и экологические отряды. Студенты Бреста работали на реконструкции и строительстве дорог, молочно-товарных ферм, школ и детских садов, спортивных комплексов, жилых домов, храмов и церквей по всей области. В этом году мы работали в ЦОРе, Дворце водных видов спорта «Виктория». Мы, получается, проходили практику на отряде детей, которые тренируются на воде. Вот, мы там пробыли целый месяц, июнь, вот, ознакомились с детьми, принимали участие в тренировках, в основном помогали тренерам с тренировками, дети там очень хорошие, дружные, послушные, сразу, влились в коллектив, несмотря на то, что разница в возрасте, в принципе, не особо большая, у некоторых отрядов с нами была, все равно они слушались. Я проходил практику в стройотряде в городе Островце, на первой атомной белорусской станции. А я уже не первый раз в стройотряде, уже второй, и там же работал. И это, в общем, для студента это очень большая, хорошая практика, опыт. Мы много, потому что это сейчас в нашей стране главная стройка, и таких объектов и нету нигде. Это наиболее ценный опыт. Студотрядовский опыт ничем нельзя заменить. Именно в неформальной обстановке проявляются лучшие человеческие качества, а также формируются лидерские способности. Юноши и девушки начинают по достоинству ценить тяжелый труд. Лучшие из лучших были отмечены на празднике памятными подарками и грамотами от представителей городской вертикали. Бойцы студотрядов уверены, что лето 2014 пройдет также ярко и необычно.